Ну что, добрый вечер еще раз всем, дорогие друзья. У микрофона друг, студия Игрокам ТВ и наша программа RTRTI Retro International. И постепенно пытаемся сформировать картину прошлого, как-то ее сопоставить с нынешней ситуацией в Доте, с командами, с пиками, с сборками на этих героев, со стратегиями, совсем по чуть-чуть. Ну и, разумеется, пытаемся разобраться сами, ну и вам в этом максимально помочь. По данному матчу, вообще, что это мы, собственно, взяли? Для всех, кто недавно подключился, взяли мы на рассмотрение в первом нашем выпуске, взяли на рассмотрение матч между командами Orange и коллективом Natus Windsor. Na'Vi упали в сетку лузеров, упали в финал лузеров сразу же из топ-сетки, а шли прям великолепно. Групповой закончили 11 побед, 3 поражения. Дальше шли по плюсам, и потом в минуса упали прямо-таки на голову команде Orange, свалились. И это матч за выход, это последний, третий решающий матч за выход, где в финале победителя данной пары, именно команду Natus Windsor, будут ждать шведы Alliance, которые потом Natus Windsor и накажут, собственно, и заберут главный призовой, но это все уже история, это уже будет потом, попозже немножко, в этот же день, но чуть-чуть позже по часам. Ну и на данный момент Na'Vi не изменяют своему пику прошлого матча. Первым же пиком залетает Lifestealer и залетает Пак. Со стороны команды Orange появляется Darkseer, и вот вам еще одно вот такое вот из прошлого обновления меты. Ну, то есть, если бы мы жили в 2015, а потом бах, и упали бы в 2013 год, и неужели кто это? Это Outworld Devourer. Это герой, который на мидлейне от Dendy творил дикие чудеса. А теперь его забирают Orange, и на мид, скорее всего, Муша заберет себе Devourer. Как это закончится, я думаю, что многие знают. Закончится не очень хорошо для команды Orange, но тем не менее. Вообще, Orange данную игру прошли... Так, секундочку. Orange данный турнир прошли невероятно хорошо. Orange прошли его настолько хорошо, что о них на государственном уровне заговорили. То есть заговорили с ними само государство Малайзия. Заговорило у нас с командой Orange и обратила внимание на... В 2013 году обратила внимание вообще на киберспорт как явление. Сейчас немножко небольшая вырезка из прессы, что писалось. Так вот, было написано, что команда Tong Fu вышла на государственный уровень, и Министерство молодежи и спорта Малайзии встречалось с командой Orange по Доте и по Counter-Strike. Ну, собственно, одну секундочку. Вот, да. Успех команды Orange на International 2013 также открыл дверь к признанию в самой Малайзии. Они получили аудиенцию в Министерстве по делам молодежи и спорта. В ходе встречи им подарили национальные спортивные куртки, это понятное дело, и в качестве признания их игры как часть спорта вообще в Малайзии как государстве. Министерство также пообещало поддерживать киберспортивную сцену в их стране. Несколько дней спустя малайзийская команда, которая выступает в дисциплине LOL, и здесь, я смотрю, мы помогаем этому виду киберспорта, также пообщалась с Министерством молодежи и спорта, и это доказывает то, что правительство в 2013 году серьезно отнеслось к их обещанию дать руку помощи киберспорту. Ну и третье место, может быть, собственно, могло быть и повыше. Это уже говорю я, собственно, со своей колокольни. Действительно, могло быть повыше, потому что, еще раз стоит сказать, что сам капитан команды Муши, который у нас за пики отвечал, который отвечал за боевой дух команды, остался недоволен результатами в принципе. Ну и дальше по вообще некоторым из цитат самого Муши, который удалось нарыть после окончания своего выступления на Интернешнале, сказал, что не смиримся с этим, будем продолжать наши тренировки и попытку выиграть все турниры, на которых мы играем. На вопрос, каково это быть тем, кто изменил киберспорт в Малайзии больше всех, он сказал, что невероятно рад, что плохо, что много людей, очень плохо, что много людей так и не увидели успех. Ну, понятное дело, что в Малайзии тогда
ситуация с освещением киберспорта была не самой простой, да и при этом киберспорт не был самым популярным среди молодежи каким-то течением компьютерным. А вот. И во время International дальше уже тут Муши, собственно, так комплиментами сыпет своей команде. Это одно из наиболее популярных распространенных его интервью после TI3-го. Комплиментами сыпет по своей команде. Вот, отмечает некоторых игроков. Ну, тут я их особенно не буду называть, потому что практически всех отмечает. Ну и сказал, что могли бы и повыше занять место. Ну и забавный еще ответ был, кстати, что делать с призовыми. Сказал, что сначала надеялся инвестировать их на что-то, но недостаточно умен для этого оказался. Он понял это самостоятельно. Вот. Потом захотел отправиться с семьей в отпуск, но как профессиональный игрок вряд ли получит длинный отдых. Поэтому отпуска не предвиделось для Муши, бедняжки, и вернулся к работе в течение недели, положил деньги в банк. Деньги эти теперь, наверное, на Муша работают. Ну и Муш у нас с карьерой киберспортсмена не закончил. Как вообще случилось с командой Orange? Команда Orange, по сути, отсутствует сейчас. Сейчас такой команды уже и нет. А Муши есть, Муши играет, играет за известные коллективы. Муши на азиатской сцене, да и вообще на мировой сцене Доты, очень известная, популярная фигура, и Team Malaysia прямое этому подтверждение. Та команда, которая получила прямой инвайт на International 2015, ну и спасибо, это все хорошо, все отлично. То есть малазийский киберспорт во многом, я думаю, обязан был и вот этим Orange 2000, образца 2013 года. Что говорить о СНГшном киберспорте и конкретно об украинском киберспорте? Нави как были хедлайнером украинского киберспорта, да и во многом так и СНГ киберспорта, так и остались. Так и остались. И ничего у Нави, собственно, не поменялось. Они были в топе, они в топе остаются. Они какое-то время от топа отошли. Другие лица стали выходить у нас на главную арену. Нави какое-то время у нас были в неком состоянии упадка. Ну вот, прошли квалификации европейские, в которых и Альянс восстановились с того же образца 2013-го. Нави пришли практически к образцу 2011 года во главе с Артстайлом, и Пупея разве что не хватает вместо Санейка. А так бы это были стандартные Нави, которые выигрывали уже этот International. Ну, Нави, понятное дело, Нави это уже бренд, и никак с этим не тягаться. Все чаще меня посещали мысли, что бренды сами по себе Доту не выигрывают. И у меня было такое впечатление, что Нави попались в ловушку собственной популярности, и играть им как бы и уже и не обязательно. Ну и они в 2014 году, по-моему, это показали. Капкан этот захлопнулся. И команда Нави, вы помните, я думаю, как в 2014-м выступила, ну, каким-то чудом куда-то в восьмерку пробилась, но понятное дело, что не этого от них ждали совершенно. Alliance на тот момент уже не блистали, то есть на тот момент Alliance уже не соперники были ни для кого, не только для Нави, они отвратительно абсолютно отыграли свой групповой этап, они ничего не показали, собственно, вообще по новой какой-то доте. Просто проходная команда. Здесь Alliance, конечно же, у нас на коне, и этим конем они Нави-то переедут спустя некоторое время. Ну и Нави как были хедлайнерами СНГ доты, так и оставались в вопросе медиа. Вот в вопросе игры и Empire, и Virtus.pro в 2015 году показали, что и Valve, в частности, указали пальцем на Empire и на Virtus.pro и показали, что вот это команды, да. А вот команда Na'Vi еще должна доказать, что она, по сути, является коллективом, который может бороться за главный приз. То есть ситуация кардинально поменялась, и, в принципе, для киберспорта это плюс. Для команды Na'Vi это безусловный минус изначально оказался, но теперь, когда они уже пробились на основную часть, и, по-моему, немножко позлее стали и поопаснее, чем были еще до квалификаций, может быть, и от Valve некий плюс. То есть не было бы счастья, да несчастье Na'Vi помогло. И Na'Vi, может быть, приличную форму покажут на International. Но до него еще 2 месяца, так что будем смотреть. Ну что, у нас может быть первый замес, причем с ФБшкой. А может и не случится. Нет, X отсюда уходит, Net тоже отсюда уходит. Посмотрите, где находится Lifestealer. Так, это для любознательных историй. Lifestealer стоит на мидлейне, стоит против Муши. Потому что Lifestealer'у плевать абсолютно, отправляют его в астрал или не отправляют его в астрал. У него количество дэмэджа от количества интеллекта не зависит. А в свою очередь у вот этого
героя, на котором играет Дэнди Упака, напрямую зависит и возможность выживать, и количество дэмэджа, да и вообще количество нервов, которые останутся у Дэнди. Дэнди чуть было не встрял у нас на First Blood. Вовремя успел завязать Иллюзорий Орб и через фейс-шифт отправился по Тавр. Вообще, трипла против соло Дэнди немножко непривычная история. Фаник стоит на сложной, стоит на Баунти Хантере. Тоже, кстати, переходя из 2013-го, возвращаясь в 2015 год, Back to Future, и можно сказать, что у нас Баунти Хантеры сами по себе теперь на линиях не стоят. Если выбирается Баунти Хантер, то это такая вот роумящая крыса, которая ходит и просто издевается над всеми и каждым. Это еще с 2014 года началось, когда Баунти Хантер просто исчез вообще с линии и не появлялся на линии в виде фармящего героя, а только мог нападать на кого-то индивидуально, и Нави прямым свидетелем стали тех событий. Клауда, которые наказали Навей, наказали по большей части благодаря Фанику Бульба, если не ошибаюсь, за Клаудов тогда катал. Ну, уже не вспомню. По-моему, Бульба это был на... Или Бульба играл тогда на Клокверке. Короче говоря, кто-то у Клаудов играл на Баунти Хантере и полностью сломал вообще всю игру Навей. Нави были на подъеме после победы во второй игре, счет стал 1-1, и игру Best of 3, по идее, должны были выигрывать, как минимум морально. Но потом, когда наличие Баунти Хантера и наличие Клокверка, который врывался в любые абсолютно замесы, привело в Нави в такой моральный упадок, что Нави просто уже совершали детские ошибки. И Баунти закончил с огромнейшим счетом, огромнейшим. И Клокверк тоже с ним, и там уже Скайрос Маг зашел в ту мету под Клокверка. Здесь Скайрос Мага мы не наблюдали ни в единственном матче, его просто нет. Его, по-моему, нет, кстати, в доте еще вообще. Если я не ошибаюсь, но это уже совсем другая история. Ну что, поймали у нас Кура. Кура через Карапейс останавливает здесь Ухаю, но это ненадолго. Кура, скорее всего, здесь сольется, и это ФБ для команды Orange. Странно, когда комментируешь матчи в прямом эфире, ну, то есть идущие лайв-матчи, то очень просто можно пропустить ФБ. А тут как-то я смотрю третий матч, и все три матча ФБ не пропущено, и как-то все вовремя, все там, где надо. Чуть ли не идеальная схема для комментирования. По команде Orange. Ухаю поставили в сложную, ой, точнее, в легкую поставили. Поставили якобы в соло. В это время Сэнд Кинг у нас фармит лес. Что у Сэнд Кинга по дэмэджу? По дэмэджу у Сэнд Кинга уже все было великолепно. Уже к четвертому уровню раскачки Сэндсторма 100 дэмэджа для Сэнд Кинга и кулдаун 10 секунд. То есть фарми не хочу. Ну и лесной Сэнд Кинг, собственно, с этого момента примерно и начал у нас развиваться. Пупей пошел у нас на Роху. Пупей собирается отдаться Рошану, и в принципе все хорошо. У Пупея все великолепно. С руками у Пупея никогда не было проблем. И какие-то не самые стандартные решения, вот в частности, как пойти Рохе отдаться, имея в наличии в принципе почти фулл ХП. Пупей уже тогда поворачивал на в сторону Рошпита, и там и остался. Не отдался Муши, и, конечно же, это плюс для команды Нави. Они всего лишь 1-0, по сути, проигрывают. По голде никто ничего не заработал. Нет, вместе с Иксом вышли у нас помочь Ухаю, ну и наказать здесь Фаника. Фаник подошел, понял, что на него никто не реагирует. Фаник якобы здесь отсутствует. Команда Orange варды и просветки с собой не пронесла. Точнее, варды принесла, но не поставила. Ну и нет. А вот теперь вставили вард в землю, и Фаник этот вард теперь видит. Теперь видит. Фаник тут просто на грани находится. В любой из моментов, конечно, Фаник отойти сможет. Теперь Фаник пройдет под вардом. Понимает, что ничего не поменялось. Найт, наверное, его бросили. И подход пошел по Фанику. И здесь же еще и Айншелл. Ну и стяжка финальная решила судьбу Фаника. Команда Нави начинает со счета номинально 0-2 вообще. По факту, фактически. А на табло 0-3 на данный момент. 6 минут сыграно. Orange 1500 по голде и по экспириенсу 800. И судя по тому, что Na'Vi вышли в финал, Na'Vi тут, я так понимаю, еще и камбэчить придется. Так что здесь, уж простите, рассуждение аналитика в моменты каких-то масс-файтов будет в минус уходить. И матч-то этот я вообще близко даже не помню. Поэтому тут эмоции, пожалуй, будут и неподдельными. Ну и если что, какой-то более-менее элемент лайв-комментирования тоже будем использовать. Я думаю, что это не в минус, а скорее в плюс пойдет. Еще раз напомню, что для всех, кто подключился, это программа RTRTI, одна из рубрик
канала Игрокам ТВ. У микрофона друг. Мы стараемся разбирать матчи прошлого, чтобы сопоставлять их с нынешней ситуацией в Доте и понимать, в какую сторону все изменилось и, может быть, где-то что-то подчеркнуть для себя. Потому что комбинации, работающие в прошлом, по большому счету, работали в прошлом не только потому, что была другая Дота. Они работали в прошлом, потому что были актуальны на тот момент, а потом про них просто-напросто забыли. Ну, забыли про некоторые комбинации, потому что они были недееспособными. Там, потому что героев резали каких-то. Но Дота менялась, и тех, кого резали, тех потом и заново у нас бустили. А вот стратегии и комбинации не все вернулись. Возможно, вам удастся почерпнуть что-то из матчей прошлого, до которых сами бы вы... до которых самим вам лень было бы дойти, да просмотреть. Так что я надеюсь, что, может, мы еще и некую полезную лепту внесем в вашу игру. Собственно, для всех, кто может учиться, но это стандартная история. Изучая историю Доты, и как и вообще изучая историю войн, чтобы хорошо воевать, изучая историю медицины, чтобы хорошо лечить, тут и с Дотой та же история. Чем больше мы знаем по вообще различным, разнообразным тактикам, комбинациям, тем пластичнее будет и универсальней игрок, по сути. Ну что, муж у нас поймал хвоста. Хвост не может провязать рейдж, у хвоста очень мало маны, у хвоста максимальное количество маны, а меньше, чем минимально необходимое количество маны на рейдж. У хвоста интеллекта 2, у хвоста 13 маны. То есть самый тупой, по сути, здесь лайфстиллер на карте из возможных. 13 манапоинтов, максимальное количество, максимальный показатель для хвоста. По героям команды Orange, а вот Олдеварер, о нем уже давно никто не вспоминает, так давайте хоть смотреть, может интересно. Вот Олдеварер у нас собрал, ну, талисман, есть у него ботл, есть Boots of Speed. Ну и, как я понимаю, как я помню, я не понимаю, по прошлой истории, а вот Олдеварер у нас обыкновенно собирался в Force Staff. То есть там интеллект дополнительный, и вообще вроде машина для убийств, толкнул себя вперед, и дальше через Аркан Орб бей не хочу. Бейна постепенно у нас поднаказали. Бейн у нас отвалился. И отвалился у нас на сложной для себя линии. Здесь триплой команда Na'Vi поработала и получилось. По-моему, Бейна по трекам развалили, если не ошибаюсь. Вообще Na'Vi проигрывают по золоту 2.5. По экспириенсу в 0 вышла команда Na'Vi. У них по экспе все достаточно хорошо, еще и ровно. Лайфстиллер перемещается на нижний лайн. А кто же тогда на мид может отправиться? На мид у нас отправляется Пупей через Эдолонов. И через Black Hole, в принципе, можно было бы и поднаказать где-то Муши, но для этого надо хотя бы лайфстиллеру спрятаться в кого-нибудь из Эдолонов, почему бы и нет. Или в самого Пупея. И пусть думает Муши, почему такой быковатый у нас оказался Энигмой, почему он в лоб прет у нас на Деварера. А там на тебе. Лунтик, я родился. У Деварера уже 2300 на руках. Есть Бейнс. И у него нет артефактов. У Кура тоже ничего. Кто вообще в команде Na'Vi зарабатывает? Я же могу посмотреть. Зарабатывает больше всех в команде Na'Vi хвост. 300 сверх хвоста. Тут Муши с 4000. 4300 у Охая на Dark City. У него уже должна лететь мека. И форстав готов для Муши. Все, в принципе, теперь Деварер не должен, например, от того же лайфстиллера огребать, потому что Муши может в любой момент себя форставнуть, и open wound становится бесполезным скиллом против Девара. Если только он не после фортстафа сам по себе. Ну и под смоком команда Orange. Заходят на хайграунд. Vision здесь от команды Orange. Vision здесь тоже от команды Orange. Na'Vi не обезопасили свой мидлейн. Им плевать на мидлейн. У них так все хорошо. Увидели здесь Дэнди. И Дэнди даже не вышел у нас просто из подкопа и из всех станов. 6 бросили у нас Куро. В астрал Куроку. Пытается здесь раскастоваться. Пошла стенка у нас от Дарксира. Минус Куроку, минус Дэнди уже. Минус Пупей здесь. Ну и Дэнди пришел подраться в толпу. На Икса. Икс у нас под треком. Ну и Дрим Койл по троим бросает Дэнди. И Блэк Холл пошел от Пупей. 4 человека в Блэк Холле. Кто должен бить, непонятно. Хвоста здесь нет. Дэнди и Фаник. Дэнди в таверне опять. Фаник у нас просто гуляет. Ну и что, пока что размен я даже не считал здесь. 150-150.
Размен явно не в пользу команды Na'Vi. Потому что Дэнди умер два раза. И после байбека, и Пупей выкупился, и умер. Ну и что, и лайфстиллер здесь тоже, в принципе, немножко бесполезным оказался в этом файте. Хвост вообще в драках участвует так, только косвенно. У хвоста 0-0-0, когда у него 58 крипов за 12 минут. И у хвоста ситуация слегка печальная. Она лучше всех игроков в составе команды Na'Vi, но она при этом третья на карте. И это говорит о вообще неблагополучности данной команды. Na'Vi, кстати, на данном-то матче, по сути, должны были быть на плюс морали. Ну, видимо, не сложилось. Команда Orange на ранних этапах задавила. И задавила, еще раз говорю, посмотрите, кем. Бейн, Виндрейнджер, Outworld Devourer. Ну, то есть, 4 интовика и один силач, который саппорт, по сути. Просто интеллектом здесь давит команду Na'Vi. Интеллектом. А видели, что с интеллектом у хвоста случилось? Хвоста 13 монопоинтов, когда на него пару раз тут обратит внимание Outworld Devourer. Что делать с этими 13 монопоинтами? Ну, то есть даже банан не почистить. Ну, мало, очень мало интеллекта. Ну и что, перемещается команда Orange на мидлейн. Они уже давят. Здесь Дэнди, как бедный родственник, стоит соло. Дэнди 8 левел. У Outworld Devourer почти 11. Что вообще по левелам? Давайте посмотрим. 10 хвост, муж и 10, 9 Охай и 8 Дэнди. Мидлейнер. Фаника и хвоста будет отсюда гнать муж. Ну, это очень просто случилось. Просто своим присутствием отгоняет у нас что Фаника, что хвоста. Они отсюда уходят. У хвоста есть инфест. Инфест Фаника. Фаник летит на нижний лайн. Такой своеобразный телепорт без телепорта. Фаник должен здесь и икса, по идее, поймать. Но икс должен отсюда уходить. В принципе, через Battle Strike это очень просто делается. Икс на лоу хп. Иксом можно было бы здесь разрезать. Дэнди за иксом. Дримкоил пошел от Дэнди по двоим. Икс не попадает в Иллюзорий Уорб. Ничего не кастует. У нас в сон отправляют Пупея. Ну и хвост начинает нагрызать у нас команду Na'Vi. Фаник не самая удачная стена. И хвост за стеной. И хвоста держит Финс в гриппе. Хвост через рейдж, в принципе, все это переживает. Хвоста пока что никто еще не наказывает. Ну и хвост здесь просто гуляния какие-то организовывает. За хвостом бежит хвост. И хвост мансует. И хвосту надо отсюда просто валить, как и всей команде Na'Vi. 3-8 они проигрывают. Дерутся они не самым удачным образом. Курок пытается отсюда уйти. Ну и подкоп по Кура. Кура отсюда не отпустит. Привязали и сожгли. Мега-килл для Ohio. Ohio в составе команды Orange смотрится прям на ура. Действительно очень хорошо. Как там Муши поживает? Муши уже полторы, даже больше, 1700 имеет по голде. Это все после форстапа. Ну, вообще, интересно наблюдать за персонажами, которые, я же говорю, давным-давно не появлялись. Почему Devourer не появляется? Не знаю, что там с обновлениями случилось. По-моему, невероятно мощный герой. И недавно в пабах катал я, и действительно, герой мощный. И вплоть до того, что мом собирает ему герою, просто разваливает с руки, потому что бьет, ну, очень сильно. Интеллекта много, дэмэдж громаднейший, БКБ, мом пошли бить лица. И ходили, и били, поверьте, и действительно, и это работало. И это работало. Но сейчас не берут. То есть берут абсолютно потрясающие ахинейных героев. Берут берут Пуджа как саппорта, берут Пуджа в сложную линию. Берут героев, которые, ну, разумному объяснению не поддаются. Тот же Шейкер в сложность заходит просто на 5 с плюсом. И команда Empire это показала, доказала, потом еще раз показала, еще раз доказала. Йоку, в частности, на этом Шейкере творит чудеса. Кому бы сказать в прошлом, в 2013 году, что можно выстоять сложную линию Шейкером. И все будет хорошо. Да и Na'Vi недавно бы сказать, что Шейкер от габлака зайдет на 5 с плюсом, они бы тоже, наверное, верили бы в это дело, а потом бы рассмеялись в лицо кому-то, ну и слез вообще не скрывает. 5000 по голде Orange уже выигрывают, и по экспириенсу Na'Vi впереди. Na'Vi на 400 опережает своего соперника по
экспириенсу. Как так получается, не ясно. При том, что 3-10 проигрывают, и при этом умудряются вот такое творить. Пупей, просто моментальная реакция. Малифейс на Муши, но на этом все закончилось. Дэнди не подходит близко к Муши. Муши очень сильно наваливает с руки. Просто огромнейший дэмэдж. У него еще и ДД есть, поэтому здесь бей не хочу. Magic damage от Аркан Орб и физический дэмэдж от Деварера просто с руки. А просто с руки здесь 240. Ну и плюс еще Аркан Орб, сами посчитайте. 7% от 1400. Слишком много, чтобы быть правдой. Ну и вообще комба Нави в данном моменте к чему обязывает? Она обязывает к сбору хотя бы минимум вчетвером. Хвост. Так, Бэйн у нас в это время Кура забирает. Выпрыгивает хвост. Куда, зачем, непонятно. Хвоста ловит Финс Грипп. Пупей подстопил у нас Нета. Нета развалили. Ну и дальше погоня от Фаника. Но она ничем не заканчивается. Так вот, комбинация не только конкретно команды Нави, но и вообще комбинация тех лет с данной вот бомбой подразумевала сбор всем вместе. И не только Дабла должна была этим заниматься. То есть не только, например, Storm Spirit плюс Life Stealer. Или так, у нас здесь неприятность абсолютно для Пупея. Ну, не надо гулять одному. Пес знает, где далеко от базы. То есть не только комбинация должна нести была в себе Шторм Спирита плюс Лайфстилер или, например, тот же Пак в пике Нави плюс Лайфстилер. Надо как-то бы и вместе всем собираться и таким вот образом нормальный файт организовывать. Тем более, когда вопрос касается Дэнди на Паке. Суть какая? Врыв от Пака, Дримкойл по всем, а дальше хвост должен просто на Лайфстилере нарезать. Мы видим, что врыв от Пака заканчивается врывом от Пака и больше ничем. Хвост у нас либо не дерется и уходит. Ну, видим, да, что без смертей хвост, скорее всего, просто не дерется и уходит. А Дэнди не переживает этот файт. У Дэнди 0 убийств, 2 смерти и 1 ассист. Ну, команда Na'Vi здесь вообще находится в глубочайшей заднице и... Так на самом деле и было. Еще раз повторюсь, я не помню совершенно, как там протекал матч. Но знаю, что Na'Vi выиграли. Как они здесь выиграют, я думаю, что камбэк будет жестоким для команды Orange. Сейчас по голде Na'Vi уже проигрывают 7000, по экспириенсу 2500. Ну, давайте по сборке пробежимся, кто что собирал. К Дарксиру вопросов нет. К Дарксиру просто спасибо, что он здесь в мете появился. У Дарксира есть Блинк Даггер, у него есть мека. И, кстати, Блинк Даггер тогда как раз входил в свою стадию вот такого чего-то авангардного, обещающего стать мейнстримом. И таки стало. Бэйн без артефактов. Бэйн не обсуждается у нас. Сэндкинг у нас на Даггер копит себе. Вот Муши на Outworld Devourer'е. Ну и какие претензии вообще могут быть к данному герою, к данному игроку? По фарму он запредельную высоту абсолютно взял. Хвост 6700, Муши на Деварере 9700. Хвост под рейджом. Все только для того, чтобы забрать тауэр, как я понимаю. Прячется во вражеского крипа, тауэр не забирает, и лучше бы бежать отсюда уже хвосту. Жалко, что это не 2015, и управлять крипом нельзя. Так можно было бы увести. Ну что, цепляет на это. Финс Грипп сразу же хвоста. Очень, кстати, оказался здесь Дэнди с Дримкойлом. Позже Дэнди узнает, насколько еще более, кстати, могут быть Дримкойлы в борьбе за колоссальные деньги. Ну и Пупей по классике. Пупей по классике. Потрясающий блэкхол от Пупея. Куху здесь должны, в принципе, развалить. У Кура подкоп уже имеется. Толкает себя Куху. И почему Кура ждал, непонятно. Но это уже потом пусть Na'Vi. Я думаю, Na'Vi разбирали этот вопрос. Ну, немножко Na'Vi здесь откомбэчили. Позволяло бы Dota 2013 года показывать Fight Recap, я бы вам показал. И вот вам Муша. Одна кнопка минус Энигма и почти минус Куро. То есть просто привязать или просто... Да, вот просто привязать и пауэршотнуть. Вместе можно все заюзать. Работает. И не надо ВР-ку для этого ставить в мид. И не надо ВР-ке собирать аганим, чтобы отстреливать такие вот одинокие фраги. ВР-ка тогда исполняла роль семикерри и работала это на 5 с плюсом. В принципе, приносила свои плоды. У Мушин на 21-й минуте к ее окончанию появляется Sight of Ice. Примерно та же история была у нас у Дэнди в прошлой игре на паке. То есть быстро. Человека понятно, зачем поставили в мид. Человека поставили в мид, чтобы он выфармливал быстро, много, дорого, чтобы все, чтобы было понятно, за что вообще деньги были заплачены. Ну и теперь видим, что ситуация такая с Муши. У Муши есть Sight of Ice и Force Staff к 20...
первой минуте. В тот раз у Дэнди был Dagger и был Sight of Ice точно так же на паке. Против него же стоял, в свою очередь, Куху на Тайтхантере. И тоже, собственно, такая небольшая пометка, снежиночка. Уберите от экрана детей, и дети, если вы у экрана, не делайте так. Не ставьте Тайтхантера на мидлейн. Ему там делать нечего, в принципе. Как и здесь доказывает ситуация с командой Na'Vi, что не надо лайфстилеру стоять на мидлейне. Может быть, конечно, в итоге это окажется плюсом, а в итоге-то это и окажется плюсом. Но не знаю, за счет этого ли Na'Vi вывезут или не за счет этого. Иллюзори Ор пускает у нас Дэнди, просто прочекать, кто там на Рошане. В Дэнди уже сидит у нас хвост. Ну что, вырывается на Муши. Кстати, вот теперь Муши без артефактов. Как-то кривоватенько смотрит. Пупей. Виднайт Пульс под ноги. На хвоста. Моментально с хвоста слетает у нас Финсгрип. Хвост разваливает достаточно быстро у нас вместе с Фаником Бэйна. Ну и дальше погоня за Куху. На Куху висит трек. Просто оставляют его к хвосту, кстати. Куроп близко даже не подходил. Просто чтобы хвост мог себе подарить даблкил. Может быть, в тот день у Александра Дашкевича был день рождения. Непонятно. Ну, видно было, как демонстративно Кура отказывается от фрага и отдает его хвосту. Хвосту деньги нужны. Хвост у нас отстает, отставал, точнее, от не так давно. Кстати, как так случилось? Еще один из феноменов доты. Не только того времени, да и вообще, в принципе. Хвост. А, ну, в принципе, да. Деварера у нас убили, и его Деварера отобрали достаточно большое количество денег. Две минуты назад я обращал внимание на Мушу, и у Муши был нетворс за весь матч 11 тысяч. Сейчас у него нетворс 10 тысяч. А хвост через десятку перевалил. Хотя до этого у хвоста и 7 не было, и он на 4 тысячи проигрывал, по сути, своему номинальному оппоненту. Да-да-да, там действительно лайфстиллер стоял на миде против Outworld Деварера. И такое тоже может быть. Оранжи уже проиграли... 7 тысяч до 2,5. То есть приличное количество по экспириенсу. Да, не до 2,5. До 1000. С 7 до 1000 6 штук проигрывает команда Orange за последние немного совсем минуты. И по экспириенсу 5000 тоже команда Orange проигрывает. Ну и, видимо, здесь Na'Vi будут камбэчить. Те камбэки, о которых говорилось. Фаник в инвизе, Фаника не видят. Вард пошел от команды Orange, но поздновато, согласитесь. Привязывают Кура. Пупей опять дает феноменальный блэкхол. Как вообще команда Na'Vi с этими блэкхолами выигрывала? У меня до сих пор не покидает этот ощущение какого-то обмана и не пойми чего. Но это же не блэкхол, это издевательство просто над тиммейтами. Хвоста через финсгрип развалили. Ну и здесь еще у нас и Кура забирает. Минус 4 делает. Команда Orange ответили камбэком на камбэк. Да, они не отставали, но в масс-файтах у них на данной стадии дела идут получше. Могли бы идти дела получше у команды Na'Vi, но у Пупея не удается уже второй раз. Пупею не удается нормальный блэкхол дать. И, по сути, Климент тащит на дно свою тиму. Хорошо, что не дотащил. 25 минут сыграно. 2500 оранж по голде, 3000 по экспириенсу. Ну и комбинация команды Orange, по сути, к лейте должна быть не очень-то полезной. То есть, если исключаем из этой... вот этой вот пачки, которую Orange пикнули Деварера, если быстро придется, получится его зафокусить и под сайленсом развалить, а БКБ, я смотрю, он пока что не собирает, поэтому Мантастайлов тоже, понятное дело, что никаких на Девареле не будет, то можно, в принципе, справиться со всеми, потому что команда Orange забрала себе 4 интовиков и одного силача, который вообще не сильный. Вот, самый не сильный в мире силач. Поэтому убивать в лейтех... Хвост, по идее, должен просто пачками героев. Ну и хвоста более-менее ситуация по фарму выравнивается. Лайфстиллер, который из меты Na'Vi 2013 года не выходил, в принципе. Ну, очень полезный в данном случае герой. То есть, если мало будет, например, Рейджа, который дает 6 секунд БКБшных, то можно и БКБ собрать, который дает 10 секунд. То есть 16 секунд находиться в неуязвимости от Magic Damage. Сами понимаете, что тут любой финсгрип можно пережить 2 раза или даже 3. Поговорить на равных с Windranger. Наплевать абсолютно Сэндкингу в Скорпионе лицо. Ну, хвост, я думаю, к этому примерно и будет двигаться в данном матче. Как дела у Фаника? Фаник купил рецепт на БКБ
И у Фаника уже есть готовый БКБ в Курьере. Команда Orange. Вражеский лес. То ли Т2 основная цель, то ли команда Na'Vi. Ну и здесь рисунки пошли у нас на минимап. Я тоже могу. Рисунки на минимап от Na'Vi. Они могут, в принципе, нырнуть и очень неплохо зайти в бок команды Orange, если получится. Но они уже появляются на мидлейне. И уже смог, где, кстати, есть ли вообще у кого смог. Нет, смог был и сплыл. Смока нет, в принципе. Зато фаник есть в инвизе. Трек пошел у нас на муж. Пупей готов рываться. Еще 15 секунд до блэкхола. В принципе, подождать, я думаю, есть смысл. Угадайте, кто в денде. Это не Куроко, это не Пупей. И это 100% не фаник. Кто бы это мог быть? В принципе, что? Может быть, сейчас получится команде Na'Vi закомбэчить. Матч-то, в принципе, долгий был, но когда-то-то надо начинать давить. Фаник стоит один. Причем в гордом одиночестве делает вид, что рядом никого нет. Понятное дело, что команда Orange не верит в это. Никто бы в это не поверил. Ну и все, поймали у нас Фаника. И Фаника просто настреливают как глухонемого. Сборка всех вместе. Туда же запускается стенка и Black Hole от Пупея. Ненадолго, конечно, но немного подержали. Разваливают Пупея, разваливают у нас Бейна, разваливают Муши на Деварере. А теперь можно и драться. Хвост дальше за Охайо. Охайо у нас Даггераут уходит отсюда. Ну и что, размен просто 2 в 1. А хвосту мало, хвост еще хочет драться. На, хвост, дерись. Подрался у нас хвост, хвост отправляется в таверну. Ну и за Кура погоня от такого же Кура, просто которым управляет в данном случае Охайо. Дэнди отсюда уходит. Драка у команды Na'Vi не задалась, и я так понимаю, что корабль будет продолжать идти на дно, пока какая-то генеральная вообще уборка в тактике команды Na'Vi не произойдет. Тут действительно кардинальные надо изменения в игре, потому что как-то-то надо все-таки дойти до финала, и Na'Vi это сделали, будем смотреть, как они это сделали. Ну, давайте деньги дальше капают, давайте дальше наблюдать, что меняется в сборках от 2013 к 2015. Даггер есть, есть Мека, есть Аркан Буцы. По сути, Охай уже бы мог бегать с Guardian Greaves. Вот, но если бы, чуть не сказал, если бы дожил до 2015-го, если бы дожил с командой Orange в таком составе до 2015 года и играли бы опять против Na'Vi. С стороны VR-ки уже Forstaff есть, есть Ultimate Orb, ну и так по мелочи, в принципе, Windranger не сильно преуспел тут в деле. Нет, просто бомжинет. Но это ничего интересного, и ничего интересного быть не может в принципе, потому что у него счет 1-5. Сэнд Кинг. Наконец-то с Даггером. Даггер он хвосту продемонстрировал. Хвосту это, в принципе, не понравилось. Так что Сэнд Кинг у нас затарился как надо. У него есть Аркан Буцы, у него есть, блин, Даггер. Аркан Буцы Даггер, точнее, появляется... Так, подождите. Деварера досмотрим и будем думать. Муша понимает, что контроль над ним имеется. Если не брать БКБ, то можно и в Сайленсе простоять до самой смерти. И тот же Дримкоил, неприятность такая огромная. И Никс Ассасин, который может все что угодно с тобой сделать. Да и просто такому серьезному парню, как Outworld Деварер, у которого максимальный нетворс на карте, стоять, бить кого-то в карапейс и просто отхреневать потом 2,5 секунды, пока тебя разбирают на запчасти. Ну, согласитесь, немного нелепо. Есть деньги, покупай БКБ. Простое правило доты, которое я только что придумал сам. Баунти Хантер от Фаника. У него есть БКБ, у него Drum of Endurance, у него Базилка и Magic Wand. В принципе, Фаник никогда у нас особенно не бомжевал. Если команда даже у нас особенно так подгнивала где-то, Фаник всегда был на коне. Лайфстиллера 2500 и барабаны есть у Лайфстиллера, есть барабаны у Баунти Хантера. Два артефакта на команду, два барабана, Мекки при этом... Мека при этом есть, Мека есть у Энигмы. Пупей у нас без Даггера, но с такими блэкхолами я думаю, что Даггер Пупею не обязателен. Надо все-таки в какую-то выживаемость. То есть надо брать в расчет, что Пупей будет давать неровные блэкхолы, и что надо как-то с этим жить, с этим надо мириться. То есть забыли, пошли дальше. Давайте как-то думать, как нам вместе с этим якорьком реализовывать свои стратегии. Ну и Лайфстиллер. Лайфстиллер 2700 на руках, есть Башер, ну и что мы ждем? В принципе, дальше будет после фазов армлета у Лайфстиллера появляться Abyssal Blade. Все то же самое, что и в прошлой игре. Все то же самое, что могло быть в первой игре, если бы хвосту дали расформиться. Ну, данный пик Na'Vi мне, в принципе, достаточно симпатичен по своей функциональности. У них есть чем контролить. У них есть комбинация как минимум из трех
а в данном случае, наверное, даже 4 игроков. Понятно, что Фаник на Bounty Hunter это одиночка, он отвечает тут за денежки за счет треков, он отвечает за Vision по карте. А так, в общем-то, комбинация-то есть. Dreamcoil собрал всех, туда Black Hole, туда Подкоп, туда Silence от Dendy, и Хвост все это должен ручками забирать. В принципе, комбата есть. Какое-то время Na'Vi вообще комбинационность, да, если есть такое слово, саму комбинационную игру упустили как явление в своей доте, и смотрелось это не самым интересным образом, и называлось все это габлак. И хорошо, что все это закончилось. Вот, у команды Orange, естественно, страта попроще для понимания и, может, даже и подействий. Вот команде Orange действительно не хватает здесь вместо. Наверное, даже вместо Сент-Кинга можно было бы забрать все того же, всю ту же Enigma, потому что Enigma явно, так смотришь на него, не женского рода. У меня все время были вопросы, почему Enigma в разговорах употребляется в женском роде. Я возьму Enigma, она пойдет туда-то туда. Но какая она? Если посмотреть на нее, то я бы с такой оной не хотел бы где-то в темном переулке встретиться. Ну, согласитесь, для женщины страшноватое существо. Вот. Так вот, Enigma зашел бы по пику, мне кажется, поинтереснее даже, чем Sand King. То есть прекрасно понимаете, да? Сборка от Darkseer, стяжка на Black Hole, а туда в Black Hole еще и стенка, а туда еще у Devourer залетает Sanity's Eclipse. И ВР-ка настреливает, и связывает, и Бейн просто хотя бы рядом стоит, смотрит, экспириенс получает. Конечно, мне кажется, что поинтереснее смотрелся бы Enigma именно там. Но Enigma здесь, там, где он находится, и другого места у Enigma не будет. Он этот матч закончит за команду Na'Vi, играть на нем будет пупей. 34 минуты уже почти прошло. По голде Orange 3500 всего. Время идет, а Orange не отрываются по XP. Еще и, теряют свое преимущество. И в какой-то момент оно станет просто-напросто бесполезным. Смок от команды Na'Vi. Никс Ассасин. Вот прошел по варду. Даггер пошел у нас от Никса. Никса развалили. Стенка у нас. И плюс еще и ульта от Икса. Хвост у нас в рейдже переживает, в принципе. Эпицентр от Икса, хвоста, финсгрип и от Пупе. Блэк Холл мог бы здесь произойти, но не произошел еще раз. Минус 2 уже делает команда Orange. Нет, на лоу хп, Фаник его пытается нарезать. В общем-то, получается у него достаточно неплохо. Хвост у нас после Астрала выходит, забирает Бэйна. Sanity Eclipse пошел у нас от Муш. Уже трипл килл от Муши. Муши на лоу хп. Муши с руки здесь любого сможет развалить. У него откатился уже Sight of Ice. Ну и команда Na'Vi просто отсюда... Кто живой, просто убегает. А живой здесь один-единственный Bounty Hunter. Всех забрали. Дэнди, по-моему, байбэкнулся, если не ошибаюсь. Да, Дэнди байбэкнулся, вернулся в файт. Что, неужели штрафа не было на Дэнди? Вот 2013 год, а? Никакой справедливости, никакого штрафа на паке. Пак у нас вернулся и может смело фармить. Ну, вот Outworld Devourer, которого я считаю, что... Ну, неоправданно. Как же это слово сложное такое? Которого забыли, ну, несправедливо забытый, вот, все правильно, несправедливо забытый Outworld Devourer, который хуже, как по мне, не стал, которого не резали, над которым никто не измывался, и Valve, по сути, не трогали вообще его, которого просто забыли самого по себе. И вот вам, пожалуйста, то, о чем я говорил в начале, по-моему, еще этого, да, этого матча, что... Ряд комбинаций, которые пропали на пути вот этом с 2013 по 2015 год, не возвращаются в современную доту, потому что просто о них не вспомнили. То есть тот же Outworld Devourer, да на ура бы заходил. Заходил, еще раз повторюсь, в пабах. Заходил великолепно. И работало абсолютно все. И кто будет рассказывать, что вот про дота, она отличается от пабов. Да, она отличается от пабов, но парни, которые по 400 бьют с руки от в обычной доте, от парней, которые бьют 400 с руки в профессиональной доте, количеством дэмэджа не отличаются. А кто больше дэмэджа наносит, тот быстрее убивает, тот выигрывает доту. Поэтому, конечно же, Outworld Devourer мог бы заходить, и я думаю, еще, наверное, и зайдет. Я, что, собственно, выводом, еще у нас, конечно, выпуск сегодняшний не закончился, но примерно для себя какие моменты аналитические можно было подметить. Дота образца вот этого матча, финала лузеров International 2013, все больше напоминает доту, ну, последних, наверное, пары недель. До этого это вообще совершенно другая дота была. До середины мая, до евроквалификации это была совершенно...
другая Дота. Здесь теперь, вот я смотрю, вернулся Дарксир, который в 2013 году вообще не выпадал. Вернулся Visage в пик, который... Еще раз повторюсь, на третьем интернешнале был самым пикабельно банным героем. 68% матчей не обходились без упоминания Визаджа. Он был либо забанен, либо пикнут командой. Ну а это больше 2/3. Согласитесь, цифры и правда впечатляющие. Возвращается сейчас Визадж в пик. Возвращается сейчас в пик у нас Дарксир. И команда Na'Vi начинает... Герокоптеров, джаггернаутов, тролль-варлордов и снайперов менять на привычных для них лайфстилеров. Вернулся в пик Баунти Хантер. Тоже вещь, в принципе, интересная. Но вернулся немного в другом амплуа. Баунти Хантер теперь у нас не стоит на сложной, как это было вот в том самом далеком 2013 году. И было раньше на самом деле. Баунти Хантер вернулся в пик как роумящий герой. Как герой, который дает вижен и дает... инфу своим соперникам. Такая вот своеобразный исследовательский спутник, который запускается по вражеским лесам, да и по своим лесам, и чекает, где кто находится. Если неосторожная команда играет и где-то прошляпили варды купить, то Баунти Хантер, по сути, является главным информатором. То, что он дэмэдж наносит, это такая вещь, относительная. И посмотрите на закуп Баунти Хантера, и вспомните закупы Баунти Хантеров нынешнего времени. Вот это вот все, что вы видите, все просто собрать в кучу, продать и купить себе догон 5 левела. И весь вам Баунти Хантер образца 2015. То есть просто баунти, который должен быть каким-то ваншот героем в файтах. Он должен нанести максимальное количество дэмэджа за минимальное количество времени. То есть быть нереально бёрстовым героем самому по себе. И если Баунти Хантер выфармливает 5 догон, значит у команды все идет великолепно. Значит команда больше артефактов не потребует. То есть Баунти Хантер с 5-м догоном и останется. Такие игры обычно не затягиваются. То есть так Этериал, например, какой-то баунти не покупает. Ни к чему это. Другая история — Брудмазер. Ну, а ее, в принципе, в этой игре нет, поэтому обсуждать ее не будем. И, по-моему, в 2013-м Бруды как таковой-то в мете и не было. Это сейчас она возвращается и грозой вообще сложной линии становится. Так вот, еще раз вернусь и закончу уже эту мысль, которую мы потом, конечно, еще раз повторим и подытожим, что вот последние этапы квалификации на International 2015, тот же турнир китайский Mars TV, по пику очень мне напоминает конкретно вот International 2013 года. Все похоже. 2014 год выпал напрочь просто. Все вообще было другое. То есть 13-й похож, а... на 15-й, а 14-й не похож ни на один, ни на второй. Может, похож на 12-й, но будем второй TI где-то там стримить и в какие-то следующие выпуски брать для анализа. Будем подмечать, если такое вдруг будет. Я думаю, там тоже. Может, какая-то вообще спираль у нас идет по четным и нечетным годам, четным и нечетным интернешнл. Что, Муша уже перефармлен просто до ужаса. У него 20 почти тысяч нетворс. У него... громаднейшее количество денег, огромнейшее количество ХП, здоровеннейшее количество интеллекта, и Муша тут прям умник-приумник. У него есть Shiva's Guard, у него есть Sight of Vice, у него есть Force Staff, и все это на интеллект, и все это дополнительный дэмэдж дает ему, и с руки он просто бьет почти 250, а с Arcane Arbom плюс 226, плюс 242, ну, сколько вылетает? По 500 с руки бьет Муша. И такие Outworld Devourer'ы могут, в принципе, и антимагов. Если его поконтролит кто-то пару часов. Пару секунд, конечно же, если поконтролить у нас антимага, например, то и антимагу достанется, так что все очень быстро может закончиться. Ну что, Дэнди, я смотрю, уже готов рываться, и когда-то Na'Vi должны начать камбэчить, потому что пока ситуация вообще для них не самая приятная. Ну что, заходит в бок здесь команда Na'Vi. Пупей готов дать блэкхол, как я понимаю. Врывается у нас хвост вместе с Дэнди. Нета здесь поймали. Пупей под БКБ. Ловит Муши в блэкхоле. И Фанику, в принципе, плевать на БКБ Муши. И Abyssal Blade от хвоста тоже плевать. За Муши пошла погоня. Муши себя выталкивает подальше. Стенка стоит очень неприятно для команды Na'Vi, но с этим приходится считаться. Бейна развалили. Девар у нас на лоу хп. Дэнди плюет в Муши. Еще немного остается Дэнди. Через секунду будет иллюзорий уорп. У Муши 30 хп. Разваливает у нас Муши. Муши отправляется в таверну. И вместе с этим, я думаю, отправляется у нас уже
в Малайзию, где-то там уже начинается, начинается паковка чемоданов. Куху приложите. Куху у нас пытается бежать от Фаника, но здесь хвост. Откуда вообще? Вдруг откуда не возьмись. Минус 4 делает команда Na'Vi. Fight Recap нам бы, я думаю, показал сумасшедшие вообще на тот момент цифры. Деньги не отжирались с таким темпом, как отжираются в 3.84, 83 обновлениях. 4.84, точнее, 83 в обновлениях. Отъедались они полегче, поэтому отковырять на 42-й минуте от кого-то 5000 это просто сорвать джекпот. Это громаднейшее преимущество. Ну и X готов, в принципе, файтиться, но было бы с кем. К X не подходят, и Сэнд Кинг у нас кастует. Все-таки ульту врывается у нас под Т2. И сюда уже 3 ТП от команды Orange. Муши под БКБ. Санити Клипс у Муши есть. Главное было бы, в кого его кастануть. Ну и что, Na'Vi, просто разбегаются. Они просто как тараканы от включенного света разбежались по углам. И никого команда Orange не поймала. И спрашивается, зачем я это делал, пацаны. Улыбается Сэнд Кинг, но я вам хочу сказать, эта улыбка ничего хорошего в себе не несет. Команда Na'Vi только что, по сути, развела, во-первых, команду Orange на кучу байбеков, да, если я не ошибаюсь. Да, байбек от VR-ки, байбек от World Devourer, байбек от Dark Seer. VR-ка, по сути, ну, VR-ка, Devourer и Dark Seer. Сейчас, если где-то сольются, то стороной меньше станет для команды Orange. Ну и Na'Vi. Просто элементарно расходимся в сторону. Пацаны, мы их развели на байбек. Go отсюда. И они разошлись кто куда. Кто назад, кто на запад, кто на восток, кто на северо-запад. То есть просто разбежались в разные стороны. И смотрелось это и правда, я же говорю, как будто свет включили на кухне, а там... Толпа бомжей зашла и быстренько кто куда вообще. Никого не поймать, все скользкие, все только что ели беляши, и все повыскальзывали. Ну, команда Na'Vi молодцы. Они отъели достаточно уверенное количество денег. 7000 голды и по экспириенсу 11 было, и сейчас 2. То есть девятку они еще и по экспи отожрали. Ну, еще раз повторюсь, такими темпами деньги не зарабатывались в доте образца 2013 года, поэтому это действительно большие деньги, большое количество золота и экспы. Не так легко было все это отыграть. Ну что, врыв на хвостах, хвост моментально юзает у нас рейдж, вот о чем я говорил. Если Муши можно будет контролить, то команду Orange просто уничтожат. Блэк Холл от Пупея недолгий, 2 секунды всего, но и этого, в принципе, достаточно, чтобы Na'Vi на кураже просто начали разрывать команду Orange. Na'Vi дотерпелись до момента, когда можно убить всех и вся. Куху должны ловить здесь. У Дэнди Дримкойл был проюзан там еще в толпе. Ну и Куху здесь, в принципе, в безопасности. Команда Na'Vi переходит на Т2. Они забирают 4 героев. Безответно забирают 4 героев. Они продолжают проигрывать по фрагам. 8 фрагов они отстают. 21 на 29. Но это уже никого вообще не волнует. Они, в принципе, собрались... ну, они уже... одной ногой вот сейчас после этого файта находится в гранд-финале. Там у них будет много еще интересных файтов, но вот с этой игрой после этого файта, по-моему, все уже решено. Ну и по таймингу Na'Vi 45-й минутик, жесткое лейте такое уже, ну, такой не жесткое, но такое затвердевающее лейте. В принципе, вышли на пике своей формы. Купака сейчас уже готов сайту файс. У Куроку есть 3700 на руках, у него есть блиндагер, больше ему ничего не надо. У Энигмы есть мека, у него есть БКБ и у него есть дагер. Ему, в принципе, и не надо больше ничего. И у Лайфстиллера, обратите внимание, у Лайфстиллера ни хренашечки нет, в принципе, но у него есть 7200 на руках. Sight of Ice вот себе приобретает Дэнди. Ну, собственно, да, читаемая абсолютно комбинация. И Лайфстиллер приобретает себе Демонедж. Причем хвост купил себе изначально. Хиперстоун собирался в Кирасу, а потом думает, хренам вообще эту Кирасу, если так прет. Если так прет, надо идти в дэмэдж. Хвост приобретает себе дэмэдж и будет МКБ тарить, как я понимаю. Скорее всего, МКБ. У Фаника появляется продолжение вообще физ дэмэджа, который вносит команда Na'Vi. У него дэмэдж, а после него и дезолятор. У Фаника денег задом жуй, очень много. И у всей команды Na'Vi денег становится... С 7500 до 11 преимущества врывается Na'Vi. Ну что, пошел у нас врыв на команду Na'Vi.
На лоу хп здесь Денди. Денди разорвало на куски. Денди сразу же байбек. Куда летит Денди? Денди летит на мид. У него есть дримкойл, у него есть хекс. И все это было не проюзано. Зачем я все это покупал, если вы не даете мне это, этим пользоваться? Прям как мне компьютер в 9 классе. Спасибо. Мама, папа. Ладно, я шучу, пользовался ей. Команда Na'Vi, кстати, сейчас тут немножко может и отойти и подфармить, а может здесь команду Orange подфармить. Дерутся-то они помощнее, но здесь, я смотрю, просто бафают друг друга игроки команды Orange. Iron Shell желательно, чтобы был на всех, я так понимаю, к моменту файта. Ну и может очень удачный файт быть для Orange. Смок они проюзали. В Денди, как обычно, находится у нас пак. Хвост выпрыгивает у нас из пака. В Денди есть Dreamcoil, стяжка на стенку. Dreamcoil у нас по двоим. Black Hole от Пупе по Куху и по Охайо. В принципе, удачные цели. В Хиксе здесь находится в это время у нас Outworld Devourer. Devourer отправляют в таверну. Ну и все, нашли управу на Devourer. Нашли на него управу, и делать, по сути, команде Orange нечего, потому что физ дэмэдж команды Na'Vi зарешал. Немножко контроля надо получить, и Na'Vi сейчас стоят на месте, потому что Na'Vi там... Эти кадры вам показать уже не могу, но Na'Vi там скачут. Na'Vi выходят в гранд-финал, Na'Vi зарабатывают уже автоматически 600 с копеечками тысяч долларов. У них все получилось на 5 с плюсом. Какой итог всего, что мы с вами увидели, можно подвести? Что, собственно, можно по этому поводу рассказать? Во-первых, много итогов уже было подведено к данному моменту. Хочу сказать, что дота, которую мы видели 2 года назад, очень похожа на ту доту, которая сейчас у нас формируется на этой стадии. То ли команды к International приходят к какому-то общему ключу и приходят к какому-то тимплею, важному, интересному, агрессивному, и так начинают смотреться. Не знаю, но очень мне напомнило ситуацию, пожалуй, последних 2 недель. То ли это, опять же, налет самого International. Как только у нас International запахло, запахло огромнейшими деньжищами, а сейчас призовой фонд уже 12 перевалил на секундочку, команды сразу берутся за голову и понимают, что у них в команде есть еще 4 игрока помимо каждого отдельного индивидуума. Ну и здесь Na'Vi собрались силами и первую просранную, по сути, катку превратили в 2 дальнейшие выигранные. Они смогли пройти в гранд-финал. Но это такая, это часть истории. Я еще раз напомню для всех, кто нас смотрел, не забывайте, что это у нас новая рубрика, ретроспектива, это RTRTI. Retro International. Ну и не забывайте заходить к нам в группу ВКонтакте. Немножко еще рекламы. Перед окончанием мы будем прощаться. В группе ВКонтакте у нас проводится турнир. Запись на него проводится в одном из обсуждений. Да и на стене вы увидите информацию. Группа ВКонтакте написана прямо под этим твичом. Ну и наш канал на Твиче. Огромная просьба для вас, чтобы мы дальше могли развиваться, чтобы мотивация была бесконечной, делать что-то интересное, создавать новые рубрики для вас, для нас, для всего комьюнити. Подписывайтесь на наш канал Twitch, ваша поддержка очень для нас важна. Не просто же так все мы это делаем, мы делаем это, понимая, что приносим кому-то пользу и удовольствие. Это был Друг, это была студия Игрокам ТВ. На данный момент первый выпуск объявляется закрытым. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. Услышимся.